Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим, как вы уже поняли, Watch Dogs. Я даже не знаю, с чего начать. В принципе, я немножко протупил с выходом, даже можно так сказать, потому что игра вышла уже порядка 2 или 3 дней, а я только-только ее скачал, и я вообще не ожидал, что она запустится на моем компьютере, даже несмотря на то, что я его разгонял специально под нее. Но сейчас посмотрим, каков результат. Система у меня довольно-таки плохая, потому что процессор у меня стандартный был частотой 2.3, а я его разогнал до 2.6. 4 гига оперативы и 512 или гиг. По-моему, 512 видеопамять. Поэтому давайте посмотрим, потянет ли такая система Watch Dogs. Ну, пока каких-то особо проседаний я не вижу. Может быть, это из-за того, что ролик рендеренный. Хотя нет, это на движке. Странно. Так, я в лобби Мерло. Супер, Эйден. За дело. Взламываю. Ага, вот они пошли. Лаги. Это очень хорошо. Я уж испугался. Только глянь. Тут секретных данных бери не хочу. Ну конечно. Прямо мечтаю, чтобы я их стянул, и я стянул. Стянем. Не отвлекайся. Так, ну что ж, это стандартный ролик. Я не думаю, что прям все его видели, но я хочу его посмотреть. Мне нравится перевод. Просто волшебство какое-то. И озвучка. Понесло тебя. Еще кто-то влезть решил. Посмотрим. Забей. И так забот хватает. Сливай все деньги и валим. Не нуди, малыш. Старшим виднее. Защита сработала. У нас гости. Система сканет. Ну потерпи чутка. Похоже, увлекся. Я сваливаю. Я тебе сейчас свалю. Это что за? Сворачиваемся. Да, смотрю, что-то субтитры там тупят. Это странно. Короче, один из наших агентов узнал имена хакеров из Мерло. Ну, озвучка и... Убери его. Семью припугни. Видео этот парень работает доигрался. Так, как нужно. Чуть-чуть семью. Что-то не так? Не, без проблем. А вот... Считай, пирса больше нет. Да, вот как вы видите, субтитры, они тормозят. Это херово. Ладно, давайте уже к геймплею побыстрее. Ubisoft представляет. Похоже, субтитры лучше выключить, а то они будут только мешать. Как видите, с семьей Эйдена Пирса, нашего главного героя, случилась неприятность. Во-первых, нас вычислили с нашим дружком-хакером. А во-вторых, на Эйдена было совершено нападение. Блин, ну игра работает нормально, 25 кадров. О, сейчас 10. Люси, это правда? Кто заказчик? Чувак,
Я не знаю. Ты честно? Кто такой? Не знаешь. Это, наверное, тот, кому... Что-то не так? Да-да-да. Это ему дали заказ. Без проблем. Считай, Пирса больше нет. Понятно. Ну что, Морис? Морис. Просто работа! Я не знал! С кем ты говоришь на записи? Имя, ну? Да не знаю я его! А это ты знаешь? Да. Лена. Лена Пирс. Не знал я ни про каких детей. Все пошло не так. Племянница. 8 лет. Или 6 лет. Я не помню уже. Мужик. Даже если бы я знал имя, не сказал бы. Эти люди. Такие слухи ходят. Ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это. Знаешь, иногда у нас нет. Прошу! Не надо! И кто это был? Я говорил с ним по телефону, он назвал мне место, это все, клянусь, это все! Пошел все-таки геймплейчик. Не знаю я! Имя! Убей меня, давай, убей! Ну хорошо. А, блин, что ты не выстрелил-то? Сука. Я думал, он его пристрелит. F? Это что, сейчас QTE было или как? Не, судя по всему, скриптованная сцена. Черт, я не ожидал этого. Хорошая у тебя такая дубиночка для самообороны, вообще сама это. Ну и для избиения тоже сойдет. Мне Морис ничего не скажет. Так, ну 15 кадров в секунду. Это неплохо. Сейчас на ваших экранах минимальный уровень графики вообще, который тут можно поставить. Расширение при этом 1280 на 720. И, как я уже говорил в начале, система у меня довольно-таки слабенькая для этой игры. Но, тем не менее, она идет. Так, что это я? Лекарство подобрал. Так, а как это все дело работает? Вот, на таб у нас меню. Так, тут мы можем изготовлять какие-то... Что это вообще такое? Ловушки, да? А на верхнее меню... Ага. Полуавтоматический пистолет. Патронов нет. Это печально. Так, мы взламываем какие-то непонятные штуки, на самом деле. По крайней мере, непонятные мне. Может быть, потом это все пригодится. Так, этого козла мы не можем с собой взять. Я бы его взял, там еще поспрашивал. Где-нибудь в укромном месте. Зажав ему яйца в тиски. Эй, Морис! Но, пожалуй... Слышь, чё, как придурок? О, черт! Тихо, где тихо, тебя тихо. Носило? Чего? Это он мне. А. Чуть отвлекся. И что же я вижу? Где патроны? Выбросил. Что? А зачем? Иначе ты его грохнул. Я просил их подержать, Джорди. Все понятно. А пушка тоже где лежит ты на был? Полу. Мне позвонить надо было. Морис что-нибудь сказал? Блин, ты гонишь. Прибраться надо. Хорош уже любоваться. Эй, мило, конечно, но ты меня расстроил, Пирс. Ты даже не заметил, как я завариваю кашу между бандами. Надо закончить дело. Уберем его. Не, поздняк. Восьмой. Чикаго ведет. Почти развязка. Все. Времени нет. Так-то. Ха. Да ладно. Неужто даже не спросишь, кому я звонил? Так, ладно. И кому же ты звонил? Так-то. Короче, у нас крутые тут диалоги. Наверху пока огромная что. Толпа. Я вызвал копов. Панику создать. Да ладно. Ага, без шуток. Ну, копы подъедут, а потом Морисовы братки и бах-бах-бах-бах-бах. Джорди, ты шутишь? Нет, не шучу. Так вот, в конце матча начинается паника. А мы с тобой тихо смываемся. Спасибо, скажешь завтра. Супер. Пунктуальные копы.
Займусь ими, а ты хватай Мариса и вали. Мариса? Я тебе что, водитель? Он стрелял. Я с ним не закончил. Ну, вот это правильно. О, масочка. Это очень хорошо. А прорисовка меня как-то немножко раздражает. Оу. Я думаю, туда лучше не соваться. Блин, двигайся, мать твою. У нас здесь труп. Один из Вайс-Ройс. Огнестрел. Пушка вон там. Так давайте валите отсюда нахер. Че вы, блядь, тут встали? Ну и отлично. Вот не могли эти уроды другой день для разборок выбрать? Испортили праздник. Ну, видать, не могли. База, у нас два трупа в подвале Мэй Стэдиум. Бандюки. Вы чё тут, блядь, стоять будете или чё? Мы уже отправили группу, проводим обыск стадиона. Понял. Что-то так, ну не тот не хорошо, тот трупы ушел за машину. Друг друга, да ещё в таком месте. А вот с этим... Ну, давайте посидим, подождем. А, пожалуй, похоже на его работу. Мститель. Я его своими руками придушил. Да-да-да. Как-то не особо, знаете. То есть вроде по стелсу, а вроде не очень. О, конец-то, самая крутая фишка. Итак, при помощи камер мы будем пробираться. И чё это я сейчас такое учудил? Воу, полегче. Один из шишек Вайс-Ройс в бифложе. Проведаем его. Лады, поднимаюсь. Не-не-не, торопыга. Оставайся там. Здесь достаточно людей. Ладно. А, вот. Так. Мне нужен отвлекающий маневр. И чё? Нажмите Tab. M. Переключение. Мягко сказать, не очень удобно. Давай туда. Да. Лишь бы клюнул. Ну давай, чеши уже. Ну это интересно. По крайней мере, это интересно. Вот мне без этого проблем. Все, сюда. О. Идите сюда. Да ты чё, дядя? Я ж ничего не сделал. Разберёмся. Тебе что, билет мой нужен? Руки так, чтобы я видел. Это чё за херня? Джей ничего не сделал. Бизнесмен, да, ого. Нифига у него. Допустим, и что? Последняя скульптура, говорит, продана. Откуда у вас билеты в VIP-ложу? Тебя. Так, да, а чё, куда дальше? Отнись, Диди, не болтай лишнего, а то нас тут повяжут. Я и без болтовни найду, за что на вас браслеты надеть, ты не волнуйся. Так. А ну документы, живо. Чувак, тебя такое ждёт? Не ждёт. Что за дела? Слышь, ты снимаешь? Станешь звездой сети, мудила.
Ладно, черт с ним. И не улыбайтесь, камера не скрытая. Что-то я ничего особо такого не вижу прям. А бабло со снимки мне кто отдаст? Так-так. Джером Ричардс. Всяким дерьмом приторговывает, значит. Все, оформляем. И нахер тут эта камера была, вопрос такой, на засыпку. Ну окей. Хулиган, тут копов полно, не выбраться. Мне нужен какой-нибудь отвлекающий маневр. Отруби свет, тогда я смогу свалить. На всем стадионе? А кто у нас не хотел, чтобы все трещали про мстителя? Для таких выкрутасов мне придется пробить фаервол CTOS. Своя школа все-таки дороже. Где ближайшая точка доступа? Совсем рядом. Только без пропуска тебе туда ход закрыт. Нужно найти охранника. Им же должны выдавать коды доступа. Эй, я Алан. Ага. План эвакуации есть? Ну, конечно. Нужно выбрать... Бля, я что-то сыканул. Предлагаешь ради ваших кошек мышек эвакуировать 40 тысяч народу? Закрывайте подвалы, можете хоть вверх дном там все перевернуть. Ради бога. Тут сейчас полицейских будет пруд пруди. Может начаться давка. Лучше остановить матч и вывести всех. Сорвать матч? Нет, я не могу. Есть. Найди того, кто сможет. Быстро. Есть. Есть. Да я прям как профессионал, не понял. Так, выбрали эту херню и нажимаем G. Вау! Какая красота! Не, ну вы это видели вообще? Ей-богу, круто. Слышь ты, петушок, ты только попробуй сюда пойти. Я расстроюсь. М, что с тобой? Ты чё, на коньки сел или чё? Я не понимаю. Как они так ходят вообще? Валим. О, все как по маслу. Просто мастер стелса, мастер. Ты где? Но с максимальной графикой это было бы намного круче. Аллергия на копов и у Мариса. Но я оставил тебе подарок. Друг моего друга барыжит тачками. В гараже напротив тебя поджидает одна красотка. Брать или не брать, твое дело. Мне пора. Да, как для первой миссии это офигеть можно. Блин, меня еще прикалывает вот это вот. Член лиги фэнзи футбола. Победа в конкурсе радио. Активно поддерживает Мстителя. О, кстати, мой фанат. Маркетолог. Так, потом ты. Диагностика с... О, господи. О, тебя можно взломать даже, да? А что это такое? Чат? Блин, света нет. По телеку черный экран. У меня не пашет. Круто. Класс, работник склада. Оспаривает дорожный штраф. Круто. И вот тут, наверное, что? Борется за права животных, не любит политику.
собирает комиксы. База, мы не видим объект. Супер. Нет света, нет. Блин, это забавно. И свет вернулся. Бля, красота. И бог. Имеет фальшивую черную степень. Блин, эта музыка, это просто нечто. Но простите меня, конечно, но я... Да хер с ним, там уже был начальный ролик. Поэтому в жопу. Начальный ролик я все равно ж не скипал, поэтому... И так мне не разрешат... В полной мере использовать этот контент, так сказать. Так, а чё тут? Тут... одно, что говно летело в сторону управления машин. Что, давайте проверим. Я надеюсь, все не так плохо. Ну, управление стандартное, ВАСД, тормоз, шифт, там, вся хуйня. Нет, чувак, тебе показалось. Ого. Пардон. Я что-то газанул так вообще. Лихо. Может нахер эту тачку, а? Может давайте возьмем что-то этакое? Ой, рассыпалось. Похоже на мустанг. Куда он делся? Кто-нибудь его видит? Нет. Ой. Но управление, кстати, не очень такое. Какое-то оно резкое, дерганное. О! Сшибаются нормально. Знаете, когда она деревянно чувствуется, то есть я не чувствую, что я, например, управляю машиной. База, он ушел. Ну, видишь, какая беда. Того, кто стрелял, я нашел. Осталось разговорить. Но как? Пытать пробовали. Смотри, нет, нужен другой способ. Бывает. Ты чё под колёса кидаешься, дура? Надо подождать. Так. Он расколется. Не, ну блин, FPS даже, повторюсь, на моей системе держится в районе 15. Это что-то с чем-то. Понимаете, ребят, это... Это там, где Saints Row 4 должен был просто уже зависнуть просто навсегда. И больше не запускаться, эта игра все еще работает. Так, ну чё, паркуемся, как обычно, в своем дворе. Все нормально. Тем более, что машинка краденая, поэтому, я думаю, не стоит ее парковать прямо возле дома. Где мы тут живем? На первом этаже или на втором? Судя по всему, на втором. И графика даже вот на... Я вам сейчас даже покажу, чтобы меня не пинали там. Вот качество видео. Как видите, все низкое. Все абсолютно. Все выключено, все низкое. Тут нет никаких, блин, потайных настроек, как это было отпущена утка в свое время. Потайных настроек графики. Тут ничего такого нету. Поэтому... Графика, конечно, не блещет. Я вот посмотрел у друга, потом у знакомых на компах, на системах куда покруче. Графика ничего космического. Чувак, лучше не лезь в это! Ты чего это? А что это такое? Он ведь придет не как в тот раз. Джексон, я его звала. И где он? А у тебя правильный номер? Милый,
Твой дядя просто такой человек. А, это его семья. Это его сестра. Его племянник. А его племянница погибла. Вот, вот, вот это вот. Графика. Ну хорошо, это я виноват. Это я такую детализацию поставил. Все нормально. Но это можно играть. Даже на такой системе. Эй, заткнитесь. Что? А, это я стукнул по стене и... Соседи там слегка охуели, что ли? Чё там такое? Судя по всему, наши данные о Марисе верны. Хулиган? Пока ты развлекал полицию, мы получили доступ к сети ОС. Раз уж это, судя по всему, наш крутой хакер. Короче говоря, теперь ты можешь юзать сети ОС, кое-какой доступ есть. Но мой проект еще не закончен. Нужно время. Ясно, понятно, спасибо. Древо навыков? Ух ты! Так что у нас тут есть? Взлом, это у нас что, ворота гаражей? Одно очко, да? Почему нет? 5 очков! Ух ты! Сюда 3, сюда 1. Управление надземкой нет, нафиг. Заграждение 1 очко, да, конечно. Это что? Мосты. Да, давайте возьмем мосты за 1 очко. И 3 очка вот это вот на взлом банкоматов. Увеличит количество денег, получаемое при взломе. Да, почему нет? Деньги — это очень нужная хрень. Вау, тут дохера всяких разных деревьев. Так, это что у нас такое? Это у нас концентрация. А, это что-то типа slow motion. Дуэлянт. Увеличит скорость смены оружия. Ну, это такое. Увеличит... А, уменьшает отдачу при стрельбе из любого оружия. Очень удобная херня, между прочим. Да, тут полно всяких приколюх. То есть, вождение... Так, это что? Автоматически отключает сигнализацию, открывает дверь любой машины. Это круто. Устройство. Так, это у нас уже есть. Надо добавить... Это понятно... При взрыве граната. Так, ну это такое, это вспомогательная херня. Вряд ли я когда-либо буду пользоваться. Ну, блин, пока так. Пока так. Я думаю... Так, давайте еще полазим по нашей хакерской хате. Химикаты. Что это такое? Отдых. Ага. Это нам нужно поспать. Ну, я понял. В принципе... Так. Что тут можно закрафтить? Ух ты, смотрите, у меня есть пушка. Это томиган. Нифига так. Шк. Интересно, сосед там охуеет, наверное, если я начну стрелять в стену с томиган. Пушка. Ага, то есть на колесико и так. Очень удобная херня. Так, давайте изготовим. Так, спрячь-ка-то пушечку. И давайте посмотрим гардероб. Может, тут что есть? О, да, смотрите-ка. Эй, крутяцка. Я ж тут, типа, скачал не простое издание, а... Какое-то мега крутое с какими-то дополнениями. Во, поэтому белый хакер, агент Блюм, киберпанк, Чикаго Саус Клуб, ДЦК, агент Блюм. Так, ну давайте, я не знаю, давайте бандитам походим. Ух ты, чё? Это вообще победа, ребята. Ей-бог, крутяцкие костюмы. Ладно. На этом, пожалуй, можно и закончить, я думаю, первую серию или первую часть моего, так сказать, взгляда на Watch Dogs. Хочется еще немножко поиграть, но заигрываться, пожалуй, я нынче не буду. Потом еще как-нибудь включу и запишу вторую, может быть, третью. До 5 серий, знаете, как я люблю, если...
прохождение будет иметь какой-то успех или будет кому-то интересно, то я, естественно, пройду эту игрушку, и все будет у нас как обычно, все будет классно. Если же нет, я на протяжении 5 серий посмотрю игру, покажу вам, и тогда уже будем думать. Естественно, для себя я ее пройду, тем более без бандикама она куда лучше будет работать. Так, давайте-ка я еще одну херню проверю. Да, смотрите, тень от проектора. Я думал, это не реализует. А это очень хорошо. Что ж, с вами был Марс. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем